GetFun на связи. В этом видео расскажу, как начать играть в мир кораблей на прокачанном бонусами аккаунте, не потратив при этом ни рубля из своего кошелька. Досмотрев это видео, вы получите корабли, опыт, премвремя, дублоны и не только на свой новенький аккаунт, а те несколько тысяч рублей, что сэкономите, потратите на шашлычок и весеннее настроение. Не буду тянуть со вступлением, пошлите разбираться, как правильно создавать аккаунт в кораблях весной 2021 года. Начну сразу с хороших новостей. Праздничный инвайт-код, который создавался на 23 февраля, был продлен на месяц, и воспользоваться им можно даже в апреле. При регистрации по праздничному инвайту вы получаете 1500 дублонов, 15 дней према, 1,5 ляма кредитов и так еще по мелочам в виде камуфляжей и сигналов. Это все еще самый щедрый инвайт, который я помню, так что справедливым будет утверждение, что регистрировать аккаунт лучше сейчас, чем потом. Ведь потом такого щедрого инвайта, может быть, уже и не будет. Но на всякий случай, если вдруг вы смотрите это видео в мае, а может быть еще и позже, то добавлю к этому суперкоду еще и парочку альтернативных ссылок в комментариях и описании, вместе с перечислением бонусов по инвайту, там уж выберите, что вам интересней. Воспользоваться любой из ссылок очень просто, ведь сразу после перехода вас закинет на страницу регистрации, где инвайт уже будет вписан. От вас потребуется только лишь заполнить простую форму регистрации, указав почту, ник и пароль. Если форма не открывается, выключите Adblock, как правило, он не дает открываться ссылке. После вам останется только лишь скачать клиент игры, и зайдя на свой аккаунт, вы уже обнаружите все обещанное имущество. Но это только вершинка айсберга возможной халявы на новом аккаунте. Если вам хочется получить еще 2 прем-корабля, 2 недели према, 5 лямов кредитов, вагоны сигналов и контейнеров, то предложу вам вступить в морское братство. Это корабельная рефералка, по которой основные награды, кстати, получают приглашенные. Если у вас есть друг, который уже играет в корабли, то попросите у него реферальную ссылку и активируйте братство еще до первого сыгранного боя на новом аккаунте. Это очень важно. Ну а если друга такого у вас нет, то можете воспользоваться моей ссылкой. Оставлю ее в комментариях. Первая волна наград придет сразу же после первого боя, а вот вторая, в которую входит прем-линкор 6 уровня, придет только после того, как вы сыграете первый бой на прокачиваемом корабле 6 уровня. Варспайт я бы сейчас не назвал ультимативной колесницей нагиба, но как прем на старте подойти может. Еще есть халява для тех, кто не только играет, но еще и смотрит стримы. Свяжите свой Twitch аккаунт в личном кабинете с аккаунтом ВГ, после чего при просмотре стримов Варшипса на Твиче вам на аккаунт будут прилетать маленькие приятные бонусы в ящиках. В основном это всякие камуфляжи и флаги, но иногда, если вы особый везунчик, то может прилететь и прем-корабль. Ну а на этом, в общем-то, весь вкусный лут, который можно получить на халяву, заканчивается. Есть, конечно, всякие бонус-коды, но чаще всего у них ограниченный срок действия. И потому я публикую их только в сообществе вот с такими фразами. А перейдя в комментарии, вы сможете отследить, какой из кодов все еще работает, а какой нет. Из наиболее свежих, который вчера еще работал, сегодня не знаю, это Советский Союз 21, который даст вам ящик ВГ, в котором лежит премиум-аккаунт. Не хотите пропускать такие небольшие, но все равно приятные бонусы? Подписывайтесь на канал и активируйте колокол. Получайте оповещения и первыми активируйте халяву, пока она еще действует. А теперь давайте закончим это вступительное видео парой важных советов, которые наверняка помогут лучше влиться в игру. Во-первых, начинайте фармить уголь как можно раньше и при открытии функционала контейнеров выбирайте ящики с ресурсами. За уголь можно купить прем 9 уровня, который лишит вас необходимости приобретения любого другого према, ибо данный 9 прем будет фармить так хорошо, что вы забудете про серебряный голод. Единственный недостаток, что копить на него уголь придется долго. Именно поэтому и появляется дополнительная актуальность этого видео – активная боевая задача на сражении.
Пока что в клиенте указано, что она работает до июля 2021 года, так что осталось ей не так уж много. И вот если вы успеете до этого времени выполнить все боевые задачи на новом аккаунте, то получите в сумме более месяца прем-времени, немного угля для покупки хорошего према в Адмиралтействе и в прокат прем-линкор «Дюнкерк». Также, если вы сейчас задаетесь вопросом, какую же ветку лучше качать, то могу порекомендовать к просмотру мои видео, где я отдельно рассмотрел все ветки в игре, озвучив минусы, плюсы и дав оценки. Выбирайте наиболее интересный вам класс и получите максимально объемный видеогайд на эту тему. Ссылку оставлю в описании и в подсказках. Кстати, порекомендую еще одно видео про наиболее критичные ошибки новичков, которые мешают нагибать. Это видео я создал совсем недавно, и думаю, что после его просмотра вы сможете быстрее начать нагибать и тащить свои бои. Ну а если то видео понравится, то дополнительно рекомендую заглянуть в плейлист «Тактика», ведь там я собрал подобные общие гайды на разные темы, которые наверняка повысят вашу боевую эффективность в рандоме. А еще хочу сказать, что на ТВ GetFun практически каждый день выходят полезные и интересные стримы и видео, потому подписка и активация колокола строго обязательно. Все самое интересное по кораблям ждет вас на моем канале. На этом все. Успехов в морских сражениях и до связи. Пока-пока.